При шиномонтаже самое правильное – это сразу же и сделать сход-развал. Так как при переходе с зимней резины на летнюю протектор немножечко у нас изменяется, углы чуть-чуть тоже уходят. Так что делаем шиномонтаж, делаем сход-развал, ну, по крайней мере, навешиваем датчики и проверяем, что у нас все в допусках, и наслаждаемся машиной.